Так, так, так. А там, по-моему, град. Вон радуга с левой стороны. И с правой стороны радуги белое такое сыпется с неба. Это, скорее всего, град. А мне туда надо ехать. Ладно, посмотрим. Почти прямо по курсу эта тучка, где был град. Но, скорее всего, он не заденет меня. Дорога сейчас уйдет вправо. Да, там просветление, а тучка получается левее. Так что под град я не должен попасть. Молнии сверкают. Небольшой дождь пошел. О, какая яркая радуга. Вот там эпицентр. По делам съездил. Вот купил цементика и два фибо 300 ширина. А сейчас, пока я продолжаю здесь делать себе площадочку за домом, вот из цемента, чтоб в тенечке сидеть, когда день. Поехали дальше. Посмотрим мой огород. Так, в этих двух колесах картошка посажена недавно. Клубника. Ага, опять клубнички нету. О, съедает кто-то, забирает. Офигеть, не успевает созревать, как ее уже съедают птицы. Так, кабачки. Кабачки. Ну, тут вообще кабачище. Огурцы. Но все-таки взошли тут 4 штуки огурца маленьких. Так что все пойдет. Я смотрю, огурцы очень хорошо выглядят. Так, картошечка. Вот в эти ящики посадил. Вот тут не посадил, надо посадить еще картошку. Так, ну что, всходы уже есть. Вот они. Тут по 3 картошки. Так, это вот. Картошку я уже сажал, ну как давненько. Она уже подросла, высокая такая. Тут у нас горох. Горох зашел из каких-то 30 семян, только вот 4 вижу. И все. Чеснок. Дохленький такой, хиленький. Это у нас перец. Он на улице растет. Это болгарский зеленый перец. Так, конопля. Тут вот не знаю, не помню. И что-то тут ничего не сходит. Огурцы не взошли. Значит, будем еще раз подсеивать. Редиска. Но тут, блин, ничего не будет. Тут надо провеживать. Так, перец. То ли сладкий, то ли горький. Не, а, горький, горький это перец, да. Так, это цветы у нас космея. Такие ромашки разноцветные. Тут у нас конопля. Опять. Ну, это чисто эксперимент я делаю. Вырастет, вырастет, не вырастет, не вырастет. Кукуруза взошла. Нормально такие семена были у меня. Тут тоже кукуруза. А вот в этой все-таки огурцы взошли. Ну надо же. Ну немного тут огурцов. Можно даже туда пересадить. Ладно, подумаем. Так, тут у нас перец горький. Но он что-то плохо идет. Тут чеснок недавно сажал. И тут, ой, забыл, как это название называется. Такие беленькие плоды. Патиссоны, точно, патиссоны. Вот они, патиссончики какие будут. Так, ну вот теплица. Все заросло травой, ужас. Тут прополка требуется, капитальная. Так, ну что, вот помидорчик.
Тут 10 помидорчиков. А вот тут уже такой высокий куст помидорчиков. Вот они. Скоро будут. Редиска отличная. Лук тоже. Сейчас посмотрим. Редиска, где редиска, где редиска, где редиска. А вот они. Редисончики уже пошли. Ой, надо попробовать. О, какая красота. Ой, какая жгучая. Хорошо. Так, ну а теперь цветы. Пошли. Сперва с дальних начнем. Уже много зацвело. Вот еще огород у меня за кучей земли. Арбузы. Вроде бы все окей. Тут тыквочки подсаживал. Тут тыквочки уже растут. Рассадой они были посажены. А новые не всходят. Ох, как долго эти тыквы сходят. Недели 2-3 надо ждать. Обязательно. Так, это все. Пока.